25 мая. Именно этот день Организация Объединенных Наций назвала Днем Свободной Африки. Во всем мире признают этот день как напоминание о необходимом Африке единстве для того, чтобы богатейшими ресурсами этого чуда распоряжались только ее жители. И ни один из них больше не подчинялся никому, кроме собственного правительства. Этот праздник отмечается ежегодно в Африке, и мы не стали исключением, так как африканских студентов у нас очень-очень много, и решили немножко отметить праздник вместе с ними. Это концерт, который объединяет всех студентов, которые учатся в России, именно в Казани. И вот чтобы мы, когда наши родители, дедушки, они принимали независимость от европейских стран, так что мы все просто собираемся вместе, и чтобы отметить этот день. Ну, что такое вообще Африка? Что у нас есть особенно в Африке? Ну, я думаю, что больше будет интересно, это наша культура. Мы должны показать нашу культуру, потому что многие задают этот вопрос Африке, а что там, что у них особенного? Вот. И на протяжении нескольких дней в Казанском федеральном проходили мероприятия, приуроченные Дню Африки. Это и яростные футбольные состязания, выставка, на которой обучающиеся в университете африканские студенты представили изделия из дерева, кухонную утварь, ювелирные изделия, национальную одежду, обувь, а также сумки, головные уборы и даже музыкальные инструменты и специи. И самым торжественным мероприятием стал, конечно же, праздничный концерт, где африканские студенты продемонстрировали свой национальный фольклор, зажигательные песни и танцы. Не обошлось и без поздравлений. Поздравляю, это замечательный континент, замечательные страны. Настолько это все неповторимо. Запахи Африки, музыка Африки, люди Африки. То есть вот у меня, например, это на всю жизнь не осталось, поэтому я вас всех очень люблю. И вы знаете, я всегда с открытым сердцем с вами встречаюсь. И поздравляю вас, и желаю вам всего самого хорошего в учебе, в вашей личной жизни, и чтобы ваше пребывание в Казанском университете у вас оставили только очень хорошие воспоминания. Елизавета Евтефеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.